Уже в вечернее время минувшего четверга водитель «Тойоты», двигаясь по улице Кашурникова, сбил двух прохожих. Причем наезд на людей был совершен прямо на пешеходном переходе. Нерегулируемым, правда. Что особенно настораживает, так это объяснение виновника ДТП. Из пояснения водителя было установлено, что пешеходы ему просто помешали на проезжей части. В связи с этим он, по всей видимости, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на двух пешеходов. К несчастью, в этой аварии не обошлось без жертв. Женщина-пешеход скончалась, не приходя в сознание, в машине скорой помощи. Ее муж в тяжелом состоянии попал в реанимацию. Добавим, что на этих выходных в связи с праздниками и ухудшением погоды на улицах Новосибирска и области усиление нарядов ГИБДД. Водителям и пешеходам в который раз советуют быть предельно внимательными.